Вот, приехал я сконтролировать ловушки наши. Первую ловушку, которую только заехал проверить. Вот. Такая ситуация, сейчас покажу. Это первая ловушечка. Вот, райок уже сидит, уже работает. Ну, постояла она здесь, простояла, наверное, дней, ну, 10, наверное, не больше. Вот, райок уже там заселился. Ну, не знаю, когда приехать его снять, потому что еду сейчас проверять другие ловушки. Это уже по счету 6-й рой. Вот. Ну, пчелка уже хорошо работает. Ну вот, объехал я раз, два, три, четыре. Четыре ловушечки. Ну ничего там нету, короче. Пустые ловушки. Еще промазал их раствором прополиса. Спиртовым раствором прополиса. И приехал вот снимать вот эту ловушечку, в которой у нас сидит рой. Я те ловушечки не стал снимать, потому что, ну что снимать пустые ловушки, ну там ничего такого интересного, наверное, нету. Буду снимать только ловушки, которые вот, которые сработают. Кстати, вот солнышко у нас сейчас закат, и здесь красота, красотища, вот такое поле кругом. Вот у нас солнышко заходит там. Такой у нас красивый пейзаж. Вдали горы видно, туда далеко-далеко. Вот. Сейчас буду снимать ловушечку. На место ее поставлю другую. Где она у нее в багажнике стоит, по-моему. Сейчас вытащу другую. Такая у меня другая ловушечка стоит. Вот. У нее поймался прошлый райочек, пятый. Это у нас уже 6-й по счету. А мы ее сюда используем, повесим на место. На место нашего райка, ловушечки с райком. Вот, конечно, красотища. Ладно, иду, наверное, снимать, то сейчас солнышко спрячется и будет темнеть.
в темноте не сильно удобно. Вот, снял я наш райочек. Вот, не скажу, что тяжелый. Что там внутри, кто его знает. Вот, везу я его сейчас на нашу пасеку, открою литки. И потом вместе с вами посмотрим, что там у нас, или кто там живет в домике. Вот, солнышко уже спряталось, темнеет уже. Ну ладно, поехал я, чтоб пчелка не мучилась. Ну вот, прошла ровно неделя с того времени, как привезли мы вот этот райочек в такой бочке у нас. Вот, емкость, конечно, большая. Сейчас будем его открывать и смотреть, что там внутри творится. Матку сразу буду убирать, потому что у меня как раз вышли молодые матки Buckfast B26. И сразу буду убирать матку и подсаживать молодую маточку в клеточке. Маточка пробудет там 5-6 дней, после чего я ее выпущу и будем ждать облета. Вот сейчас с этой бочки буду переставлять вот этот такой маленький, как бы, нуклеус, улей. Не знаю, вот заразы вот эти ползают постоянно, эти щипалки, или как их называть. Вот сколько их. Вот гадость такая. Кстати, пергу едят. Вот. Залезает на рамки с пергой и осваивает неплохо перговые рамочки наши. Вот. Ну что, у нас какие изменения за неделю? Вот плохая погода была почти целую неделю. Шли дожди. Прохладно было сегодня тоже. Раза 3-4 уже шел дождь. Вот такие тучи, местами даже черные. Здесь вроде протянулось все. Ну а там все черное. Вот. Посмотреть вон там на лесу. Буквально минут 15 назад дождь шел здесь еще. Ну, 15-20 минут назад. Вот все мокрое. Вот. И будем подсаживать молодых маточек. Наш райочек. Вот. Маточки у нас вышли уже. Я уже одну часть подсадил. Вот здесь внутри тоже где-то бегает маточка. Кстати, покажу, наверное. Сейчас открою. Посмотрим маточку нашу. Ну вот она, красавица там. Не хочет выходить. Вот такая она. Она еще не летает. Ей буквально может день, или не знаю сколько часов. Это у нас B26. Выводила ее Карпатка. Вышло у нас где-то 15 маточек. Довольно такие хорошие, красивые. Вот сейчас я и буду метить и ставить вот такой маточник, крупный довольно, большой. Вот, и помечу и буду ставить в наш рой. Буду подсаживать. Маточку пока поставлю на место. Пускай она там посидит. Маточник удаляю. Вот. И пускай греется здесь еще. Вот такой маточник, довольно крупненький. Вот посмотрим, разорвем, что там внутри. Есть, сколько там молочка осталось. Ну, если молочка там вот очень много еще осталось засохшего. Видно, блестит. Не знаю, как вам видно, но мне видно хорошо, что
Молочка там еще приличное количество есть. Ну ладно, будем смотреть рой и пересаживать его в улей, вот этот маленький. Вот ситуация такая, что рамка здесь у нас нестандартная. Это мои самые первые ловушки, что я только придумал. И естественно, что рамку я тоже эту придумал. Вот с головы взял просто под размеры вот бочки и придумал ее так. Вот здесь это уже пчела настроила вот такую. Вот видно, наверное. Вот настроили два языка. Мне желательно матку найти. Эти языки я буду убирать, конечно. Потому что они нам не нужны. Они уже здесь метку поднатаскали. Вот. Мне надо найти матку, чтобы ее поменяли. То есть убрать старую матку. И поставить сюда. Вот, маточку я уже нашел, я ее уже вижу. Сейчас я ее поймаю. Так, сейчас я вам ее покажу. Вот маточка наша. Где-то здесь, вот видно ее, наверное, да? Вот она. Вот я ее буду убирать сейчас. И подставлять. Подставлять им другую маточку. Вот маточка наша. Довольно хорошая. Вот, ну, к сожалению, нам роевые маточки не нужны. И буду подставлять сюда им другую маточку бакса. Что с этими языками делать, конечно, или все-таки переселить, попробовать вот эту рамку поставить туда. Маточку пока кину, клеточку сюда ставлю ее пока. А сюда не знаю, но надо попробовать как-то вставить вот эти рамки. Если получится, значит будет хорошо. Если не получится, то будет плохо. Пчелы немного, вот буквально, если взять додановскую рамку, ну может улочки 3-4 максимально. Строить. Сейчас попробуем ставить эту рамку. Конечно, я такие рамки уже использовать не буду, потому что они никуда не годятся. Наверное, вообще не поставлю. Вот две вощинки сразу поставлю и отстроят. Сиропу им дам, конечно. Отстроят, не отстроят, так как уже получится у них. Вот, но как вот это все дело вот сейчас. Бочку, наверное, уберу.
поставлю сюда вот этот наш так званый улей. Вот, вот так еще пчелы на этой стороне. Вот перга. Перга засева даже и не вижу. Так что эту рамку можно спокойно встряхнуть. Да. Будем, наверное, встряхивать эту рамочку. Вот таким способом мы это все дело сделали. Вот тоже получается. Вот, кстати, сколько пчелы покажу. Вот так пчелы здесь. Ну, говорю, может, три рамки, вот улочки 4, может, максимально 4,5 улочки. Что, засева здесь я... Нет, засев есть все-таки. Засев здесь есть. Даже не знаю, что с этим делать сейчас. Да, засев есть. Довольно неплохой. Но не знаю, что с этим делать сейчас. Придется как-то его там примудрить. Жалко, конечно, что. Не идет. Так. А он уже оторвался, язычок вот этот. Так что придется как-то вставить вот это дело. Наверное, так как-то. Ой-ой, упал. Упал. Вот так пока будет стоять. А здесь тоже рамка, не знаю. Чего не подавить? Пчелка есть. Ну что, пергу эту жалко, конечно. Что с ней сейчас сделать, не знаю. Вот. Ну пока прикрою это все дело. Пока прикрою. Вот, пчелка пособирается сейчас. Ну что, опять вот хмары такие вот, хмарущие тучи такие валят, черные везде. Вот.
Сейчас пчелка успокоится чуть-чуть. Я им туда всуну молодую маточку. Вот, и буду увозить эти все нуклеусы, такие мелкие, на второй тачок, где у нас пчелка сейчас собирает нектар с этого, с гречихи. Вот гречиха зацвела у нас, и фацелия там есть. Делал ревизию сегодня там, ну как-то не взял камеру, не заснял. Вот ставил я полурамку на вощину, 12 полурамок вощины, все оттянуто во всех ульях, и есть напрыск хороший довольно. Видно, что гречишный, потому что темный. Не знаю, как с фацелией, никогда не видел, но с гречихи знаю точно, что он темный мед. Вот. И надеемся, что они нам собирают. Конечно, площади там огромные, гречихи. Даже затрудняюсь сказать, сколько. Ну, гектаров 10, наверное, есть точно. Фацелии тоже гектаров, наверное, 5-6 тоже есть. Что видно, ну, потому что там с бугорка, и так уже сзади там не видно за бугорком, сколько ее там есть. Вот. Сегодня я продал две маточки Бакфаста. Бакфаст ГЗ, Бакфаст Б26. И я подставил уже молодые матки в эти микро такие семьи уже. Потому что эти нуклеусные вот семьи уже развились до хорошего довольно состояния. И матки я продал, а туда вставил молодые. И тоже буду вывозить их. Все молодые матки вывезу на облетник. Вот, там у нас трутня полно, хорошего, качественного здесь трутня нету. Вот. Ну и так вот. Это у нас, по-моему, 6-й райок или 5-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-й райок. Вот, за июнь месяц. За июнь месяц. Вот 6 раев я поймал. Сегодня 1 июля, кстати, вот. Не знаю, говорил, не говорил. Вот неделю назад я этот раек поймал. И сейчас только пересадил, так как и то времени не было, то дожди вот. Вот что творится, покажу вам. Сейчас, наверное, буду собираться, потому что сейчас опять, наверное, ливанет. Холодно, не холодно, вот тепло есть. Тепло есть у нас, ну, 19 градусов тепла, а то, что дожди постоянно. Как бы с одной стороны хорошо, потому что после дождей растения хорошо выделяют, но с другой стороны, если он целый день льет, тогда и собрать пчелки не смогут ничего. Ну там уже льет, вот видно между домами, там вдали, между этими деревьями, там уже льет. Так что пошел я собираться. Всем пока. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Все, всем доброго здоровья. Только успел попрощаться, ливануло вот. Еле успел позакрывать улья. Льет как из ведра. Не успел даже матку подсадить молодую. Вот, даже руки все обмокли, пока закрывал. Ливануло, говорю. Неплохо. Ну ладно, всем пока еще раз.